Ёпта, ты чё, гей? Иди нахуй, я тебя сейчас забаню. Чё, как дела, народ? С вами Фрид. И добро пожаловать в Копателя! Давненько я сюда не заходил. Оладушки, оладушки. Что-то стало меньше народу. Школа 1, 2, 3. Я хочу в школу. Господи! Спокойней! Ребята, привет! Привет, чувак! Ай, напугал меня! Кому Копатель онлайн? Копатель. Бесплатно. Копатель онлайн 2. Новая часть. Без регистрации смс. Если ты хочешь Копатель онлайн 2, то тебе нужно что-то за это сделать. Ты готов что-то сделать? Нет, 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 у тебя ты обманываешь, он только в бета-тесте. Копатель онлайн только закрытая версия есть. Так, тихо, ребята, выстроитесь в строй, кому Копатель онлайн 2. Давайте сюда в очередь. В очередь, ребята. Мне кажется, после Копателя я никогда не буду прежним. Гребаный Копатель. Five Nights at Freddy! Я люблю эту игру. Мне нужно обязательно зайти и посмотреть, что же там такое. Ну, по крайней мере, карта называется 5 ночей с Фредди. Привет, привет, ребята. Алло, врубайте микрофоны, как говорится. Привет. Привет. Кому Копатель онлайн 2 бета-тестирование? Закрытый ключ. Мне. А что ты готов сделать за Копателя? Я все готов. Ты можешь спеть песенку? Не-не-не, не эту песенку, нужно немножко другую. Я хочу это, Джастина Бибера, там где там типа Бэйби, бэйби, бэйби. Нифига ты моднявая. Так песенка будет, бэйби, там все дела. Хочется послушать. А, какой еще есть? Давай вот еще какую-нибудь песню. Я его как-то уже не помню. Ну ты такой, бэйби, бэйби, бэйби. О! Писюн покинул нас. Писюн покинул. Ребята, сало уронили. Это Копатель, тут нету сала. А у меня есть сало. Ты что, моды ставил на Копатель? Новый Копатель, да? А все то... дела. Так где моды-то скачать на Копателя? Новые хочу. Разнообразие в Копатель внести. А то скучно стало играть, ямки копать. Что-то мне твой голос знакомый какой-то. Тебе показалось. Ты хорош! Да, ты узнал меня. Копатели, 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 та-там. Подождите-ка. Призыв о помощи. Выдвигаемся. Нужно помочь Копателю откопать ямку. Либо с чем ему еще можно помочь, я не знаю. Может, ему потребуется другая помощь. Нужно понять, что этому Копателю требуется от нас. Он не просто так написал «помогите», ему требуется помощь. Я всегда готов помочь Копателю. Всегда. И если ты Копатель, и тебе нужна помощь, пиши мне на адрес. Фрид поможет Копателю @gmail.com. Дебильный уровень не загружается. Я сломал Копателя. А, теперь я на третьем сервере. Я так и не помог тому Копателю. У меня просто не загрузилась карта. О, ищу друга. Боже, я не могу найти себе друга в Копателе. Прошлый раз не смог найти, в этот раз не могу найти. Все какие-то странные. Надеюсь, я смогу найти друга на этой карте. Привет. Я чувствую, чувствую, дружбой пахнет-то. Дружбой пахнет. Сейчас зайдем и подружимся. Привет. С Копателями. Привет, я ищу друга тоже. Ты где? А, давай дружить! Давай. Меня зовут Копатель. А меня Моя. Ой, Катя. Буду звать тебя Ефим. А? Пошли, Ефим! Ребята, дайте копать. Я со всеми дружу. Дайте копать. Я хороший. Я тоже. Дай копать. Солдат. Солдат, дай копать. Мистер Солдат, дайте копать, пожалуйста. Тебе нужен Копатель онлайн 2 или нет? Признавайся. Не стесняйся. Нет. Эфима ответ, ну ладно. Админ! 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 Еще три. Раз, два, три. Админ! 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 Администратор, дай строить. Где? Рот закрой. Ну дай построить. Не дам. Даним! Закапывайте его! Нафига закапывайте! Чёрт! Чёрт!
Я только что замуровал школьников под землей. Это потрясающе. Я хочу построить ему пипиську. Красотень! Карта 1 так, такой простой название. Летсплейщик! И меня сразу выкинуло. Ты ищешь семью или нет? Чё, любишь страхать других парней? Нет. Кто из вас программист? Я. Ты чё ты умеешь? Не знаю. Пишу мелкие программы. Он не умеет. Сколько тебе лет, вот чувак, который ты бегаешь? Вот ты. Мне 10. Ребят, кому-нибудь нужен Копатель онлайн 2? Новая часть. Мне! Закопателя споешь песенку, я тебе дам тогда ключ. Чё? Закопателя нового песенку споешь? Да. Какую можешь исполнить? Не знаю. Смотри, я катаюсь на тележке. Какую песенку-то спеть? Какую ты можешь исполнить песенку? Я могу про Мишку Фредди. Давай, пой. Пора привлечь внимание и сказку рассказать. Через века предания они будут знать. Вторые отвлечения волю крушат. Вторые отвлечения золото в плену шаг. Ладно, окей, ребят, все, я не буду вас больше мучить этим копателем. Я надеюсь, что тебе понравилось это видео. Если это так, то обязательно поделись этим роликом со своими друзьями. Поставь им большой палец вверх, это лайк. Подпишись на мой канал, если ты тут впервые. А также оставь свой положительный комментарий снизу. Ну, а на этом все, с вами был Фриц. Всем удачи, всем пока. Если тебе понравился видос, залепи-ка сюда ты лойс. Подпишись на мой канал. Это просто взял нажал, ведь я просто так сказал. Та-да-да, па-да-да, па-па-па.